Ох, в стенку утыкается Шипилов, но все-таки остается владение спартанцев и первые очки набраны. На Нагорного, заслона пользуется. Нагорный будто бы искал Громова, ждал, пока спустится, но в итоге сам идет. Передача. Нагонин ошибается. Тем временем спартанцы реализуют эту ошибку из-под кольца. Все-таки зрение. Довели мяч сейчас под кольцо до Голенцева. Голенцев оттуда бросить не смог, потому что на нем свалили его на штрафную. Мяч на перехвате работает третий номер. Хорошая закидушка, и из-под кольца промахивается Голенцев, но с добивания. Нагорный, неточная три, и быстрая атака от спартанцев. На линии Голенцев не попадает в первый штрафной, 23 номер. Вторая попытка уже точна. Второй тоже не точно. Шипилов выгрызает этот мяч, передачка в угол. И со средней. Хорошо спартанцы разыграли. Не удалось под кольца забить. Есть еще возможность на атаку. И попадает. Спартанцы. Ну и из угла все-таки попадает Хусяинов. 3-3. Да, конечно, интрига в этой игре не особо попахивает, но да ладно, давайте продолжать. У нас полевая спартанцы. Пуля Нагорного. Так, из-под кольца. Сейчас из-под кольца попадает спартанцами, хотя казалось, что Хасл тоже может побороться, но нет. Еще одна трешка вылетает в кольцо Мемфис Хасл. Силонов в составе спартанцев. Недоцуков разгоняет. Недоцуков хорошо обижал двух игроков. Хорошие фризы. Так, ладно, давайте возвращаться на парк. Чупрненко отличается. Это первый набранный, точнее нет, это уже не первый. Уже 4 очка в этой четверти набирает Мемфис Хасл. Хавизов со средним попадает. Из-за дуги пробует и попадает. Не точно. Хотя неплохо выводили на атакующую позицию. Тем временем продавливает своего оппонента и заваливает. Так. Физалов, Филатов крутит мяч. Хасл, все-таки докрутили до трех. Попадает первый штрафной. Подбор за Филатовым. Филатов находит передачу на трешку. Опять Баранов летит в краску. Флоутер. И в этот раз попадает 77-й. Со средней Хафизов так и не попал. Тем временем Догонин свою трешку организует. 33. Баранов. Хорошая скидка. Со средней Филатов. Попадает Филатов. 35-17. Минута до... Хафизов попадает. У нас начинается третья четверть. 34-19. Быстрая атака и легкие 2 очка. Хафизов подбрасывает флоутер, но не попадает. Со средней. В быстром прорыве. Я просто думал, сейчас прижмут к щиту. Этим. Громов. Попадает первый штрафной. Хусяинов и перехват от Громова. Громова нужно с мячом уже расставаться. А до этого Недоцукова. Недоцуков. 3!
Никита. И потеряли мяч Хасл. В быстром нападении спартанцы мяч раскидывают. Кусяинов из-за дуги попадает. Ну что за Недоцуков, позиция разыгрывающего. Хорошо находится в пространстве. Недоцуков не попадает из-за дуги. Диагональная передача и легкие два очка спускают. Недоцуков. Недоцуков как ракета улетает и набирает. Смог забить номер в атаке. Недоцуков! Никита! Просто убийца! Просто убийца Никита. И тем временем Фалит Баранов отправляется на линию. Что ты говоришь? Отправляется на линию центровой. Что ты говоришь? Отправляется на линию центровой спартанцев. Но удается ему только... Вот находят они свободные броски. Хасл. Есть место в углах. В быстром прорыве. Спартанцы еще 11. У Мемфис Хасл 10 на счету Недоцукова и 8 у Догонина. Тем временем еще отмечается... Ух, да, попадает. 23-му номеру. И такой жесткий в ответ он заслон состояния отдает. Трешка неточная от третьего номера. В быстром прорыве легкие два очка. Разница. Ну, хороший задел для спартанцев перед четвертой четвертью. Еще три в лицо. Как попадать? Недоцуков разгоняет. Недоцуков как танк. Просто не видит никого. Вниз. Неплохой разворотик. Ну, великолепно разыграли. Голенцев в свободную позицию вывели. Голенцев с первого раза не забивает, но... Голенцев скидочку делал на Шипилова. Да, работает эта связка Голенцев-Шипилов. Сейчас Шипилов на линии, он попадает первым. Так, Догонин в атаке. Тяжелая атака. И попадает с правой стороны. Так, со средней попадает. Со средней попадает. Это сейчас Силонов Александр. Правильно. Попадает первый штрафной. И Громов попадает второй, два из двух. 7 минут попадает первый штрафной. И Громов попадает второй, два из двух. 7 минут до конца игры. Три подбора. У Голенцева 8 очков, 10 передач. Плохо распределены очки у московских спартанцев, довольно ровно выделяются только вот два игрока, это Хафиз на линии. Два штрафных бросочка будет. Попадает первый штрафной. Точнее, Хусяинов не забивает. Да, и Догонин попадает по голове. Там тем временем Вожаев Алексей в быстром прорыве. Разгоняется быстрая атака. Хорошо подвигали мяч. Из-под кольца забивает. Второй попадает. Недоцуков. 66-43. Да, попадает. Попадает свой штрафной. Шипилов.